Я останавливаться не буду. Я пошел. Пойдем. Я пошел.
ну и что кажете? Ну так тут срач. Да вроде не срач. Ну как они, наверное, могут лежать. Прикинь, если сюда попадает снаряд, то ты глохнешь просто нахер. Может быть такое. Да. Здесь, кстати, стены не такие толстые, чем вот эти укрепления, которые на въезде были. Там прям вообще толщина. Нашлёпали вот это. То есть это даже, типа, не настоящий? Конечно нет, ты видел руль? Там руль, да. Двери нет, все остальное сварено из какого-то тоненького листа металла. Мне даже кажется, его погнуло не потому, что он на крыше был, а просто ветром. Зато Любой войдет сюда за пятачок, чтоб пушку затолкать, бычок. Короче, в прошлый раз можно было лазить на крышу, на которой сейчас и туда наверх по самому. Видимо, оттуда какой-то пес дотолкнул, теперь там написано. Тут раньше эти проходили, дозоры, я помню. А просто мы ходили там везде, эти ходы дозоровские были. Ты хоть раз играл в дозор, кстати? Один раз, очень давно. Я прям помню, здесь Воронеж болел. Да. Я, короче, играл еще тогда, когда не было ни телефона, ни интернета. То есть мы звонили по телефону через какой-то. Звонили с его мобильника? Да. Ну это жестко было, потому что ночью все проходит. Ну, конечно, ночью тяжеловато. Это как раз, по-моему, только появились эти. Первый фильм про «Ночной дозор». И тоже, мне кажется, это год 2008-2009, да? Да? Ой, а год тебе не скажу. Нет, наверное, даже пораньше. Да, раньше. Я просто был в курсе, наверное, на первом, втором. А, это вот вход, все, я понял. В прошлый раз не помню. Ну, вы тоже поверху ходили? Да мы везде ходили, тут все было открыто.
Во, нифига, военная медицина. Но или тут все было открыто, или наоборот все было заколочено. Я точно не помню. Но вот этого углового входа я не помню. Скорее всего, он закрыт был. Ну тут типа было менее облагорожено все, да? Ну, да, тут вообще не было ничего. Ни лавочек, ничего. Вот, ДЗР. Ну да, да. Куда? Наши на плюзу сюда. Серьезно? Да. Это мы как дебилы тут ходим, да? За ту любом туда сюда. Вот он, пучок. Я слышу, слышу. Спасибо. Как тут прохладно вообще. Ты где, шеф? Я готов.
Они там так и будут сидеть, получается. Не знаю. А сюда можно? Так вот, за 150 рублей не везде можно. Не отставай! Закрыто. Там? А там внутри это башня. Ну не башня, а орудие. Вот. Зря ты туда со мной не пошел. Тоже Припова? Ну сейчас сходим. Нет, там не Припова. Ну сейчас сходим. Я так понял, туда можно. А что ты у него спросил, можно туда он мотлочкой помотал? Угу. Ну самый вообще классный это тоже. Мне пункте понравилось. Хочешь зайти сейчас на обратном пути? Мне кажется, нам туда тоже нельзя. Ну. Там, во-первых, дубак такой, как в холодильнике. Что? Вон там, что это такое? Ветряки? А, это, видимо, мостик. Поехали.
такого не может. Закрыто. Что там, платный бинокль? Что? Платный бинокль. Вот раз дверь, она закрыта, и вот там наверху еще одна дверь на замке. А я думал, между ними можно пройти, что не сообщается. Ну, там наверху еще одна толстая металлическая дверь. Я бы здесь поставил. Ну. Да! Вот тут вот. Ты хочешь внутрь прям попасть? Ну да. Сейчас я быстренько гляну. Если что, шуману. Фу. Ну да, тут такая сетчатая дверь. Решетчатая, сетчатая. Надеюсь, она не под напряжением. Замок закрыт. Ау! Крапива! Могли бы и все пооткрывать. Они могли бы и дорогу сделать нормальную сюда. Для кого? Да хотя бы для пешеходов. За 150 рублей дорогу тебе еще сейчас. Ё-моё. Что мы тогда здесь отметим? А ты что, видео не выключаешь? Ну тут вот единственный минус, что на паузу нельзя ставить. А если поставить, то типа видео говорит. Ну да, потом сшивать его в геморрой. Странно, конечно. Я проще потом наоборот лишнее вырежу, чем потом сшивать. В Adobe Premiere. Ну это весит будет до хера вот этот, да? Ну да. А сколько? Ну полчаса весит где-то гигов 30-50. Ну я так и знаю. Ну, сейчас, кстати, 2,5 минуты осталось, он сам вырубит. Да, мы почти вернулись. Сперва подумал, что они там в пинг-понг наверху играют. Что это за соском в обратную сторону? Ну, орел. Ебануть тебя на фоне самолета. Да, нет. Со звездой, без Севастона. Мне вот интересно, зачем они купили билет и сидят там. Ебоба. Блин, они там мандалы уже развели, походу. А тут стоят такие стационарные. Хотя везде написано на табличке, что нельзя. Как я бы зовут кого-то. Угу. Бурдалака с подземелья. Ура! Очень, да?